Чёрт, с титров начинаем. Так, продолжаем, собственно, чего такое-то. Да, играем во второй эпизод. Все, всем здорово, с вами Батя. Начинаем эпизод второй, иллюзия. Начинаем, вот этот дилер, ой, дилер, кого он, кто? Сутенер, все, погнали. Начинаем сразу же, продолжаем. Волк среди нас на Батя играет. Он что, каждый раз с этого начинает? Делай что-нибудь, Бигби. Ну, тут показывают это в предыдущих сериях. Наслаждаемся этим. На, сука. Ха, кровью, сука, прямо. Менструальный изо рта. Whatever it is, it's between you and Beast. Это помню, тоже такое было, такой диалог. Ну, арня, такая атмосфера, мне прям нравится. Have you seen Beauty? Yeah, I did. Все мы ему рассказали, как надо. С этой мы пошли, голову нашли. Потом ее голова также. Don't interrupt me, не перебивайте меня, Вишняшка. Блин, я не могу удержать, чтобы он, видимо, не озвучил. Ой, какие ублюдки. Обоим достанется. Ах ты, сука. Этому тоже досталось от нас. Тут вообще руку оторвали. Этого вообще не было, вы чё пиздите, да? Кто вздёрнут-то? Вы тут без руки остался. Ха. Что-то порядок-то не тот, по-моему, немного. Оторвали, да, нахер руку ему. И сейчас кульминация всего эпизода — это убили Снежку. Оторвали и голову так же, как мы этому руку. А может не так же, может ее отпиливали, не знаю, маленькие динамитики так заложили вокруг шеи. Фух, аккуратненько так. Telltale Games представляет. В любом случае, в сотрудничестве с Vertigo и DC Entertainment, Warner Brothers и прочей херотой. Опять тот самый момент, да, когда он увидел голову. Голова на пороге 2. Сиквел. Возвращение. Это была любовь всей его жизни, кстати. Он теперь станет еще более борзым. Мистер Волк! Все, нахуй, допрос. Че ты вообще полез в голове? Хаффенпоф. Блейдстайнский полицейский участок. После полудня. Вы только все усиливаете, усложняете. Если вы будете сотрудничать и отвечать на вопросы, то поедете домой. Может, вам удастся поспать. Как вы себя чувствуете? Знаю, это была длинная ночь. Мне нужно найти убийцу, я же шериф. Мне станет лучше, когда я найду того, кто это сделал. Но у меня ничего не выйдет, пока я здесь. Мы все хотим того же, Бигби. Нет, они знают, что он шериф, походу. Это федералы, сука. Слушайте, я узнаю, вам сейчас тяжело. Правда, я понимаю. Вот не думаю, что ты понимаешь. Это была вся любовь моей жизни. Не хочу говорить, но думаю, вы не понимаете. Конечно, вы правы, правы. Не могу представить, каково сейчас вам. Там смотрят эти двое-то. Телек вон подключили. Чё он там пишет, я ж молчу. Почему вы, копы, вечно пытаетесь переживать людям? Так ты тоже коп, ты шериф. А, шериф это другое, вы там. Правда? Чего вы там, блядь, понимаете? Вашего друга тоже убили, а его голову бросили прямо у порога. Э? Нет? Так я и думал. У вас кровь пошла из носа. Слышишь звук? Ебать, страшно, что от звука-то такого. Привидение.
Слушайте, похоже на сумасшедшую. Вы похожи на сумасшедшую, понимаете, о чем я? Тяжело воспринимать человека с кровью на лице, это ненормально. Детектив Бранниган? Я детектив Бранниган. Да, я знаю. Только что это сказал, у вас все в порядке. Сейчас запели призраки. Вы слышали? Или это все раздвоение пошли? Реальность трещит. Пожалуйста, умоляю. Все, магия пошла. На него она не действует, он же сказал. Все, их убивает. Все. Извините, просто остановите это, пожалуйста. Даже он охуел. Что происходит-то такое? О! Старый мудак. Нужно уходить сейчас же. Что за хуйня? Что тут происходит? Что за хуйня? Мог бы поблагодарить меня? Это просто заклинание, стирающее память. Дорогое, но эффективное. Все участки забудут последние 24 часа. Даже то, что увидели в Woodlands. Очень полезно. Поторопись. Это очень напоминает этот... Кто он называется-то? У людей в черном, короче, такая же херня стирать память. А еще у Дауда от порошка тоже стирается память. Правильно, фотку чуть не забыл. Это. То бы они охерели, если бы проснулись, а там фоткой отрубленной головы. Они бы все равно начали работать, сопоставлять, где это такое. В Woodlands это все же сказания только живут. Нахуя они полицию простаков-то вызвали? Перекашливание. Да не буду я даже с ним разговаривать. Это выше моего достоинства. Да. Крейн обратил внимание на ваше молчание. Ниже, вернее. Мы нашли Тру-Ля-Ля, прикованного к столбу. Это твоя работа, верно? Да. Что ж, я не знаю, зачем ты задержал его. Тру был в баре, цокот копыт, когда Снежка покинула Woodlands, так что он не причастен к этому убийству. Он на кого-то работает, чуть тупой, что ли? Он работает на кого-то. Он вещи что-то разнюхивал там, куда я приходил. Определенно не повод обвинять его в убийстве. Я тут буду определять, короче, кто там надо, что не надо, кого арестовывать. Я знаю, что ты чувствуешь, Бигби. Ой, такой же пиздодельный. Всего лишь ночь прошла, я уже скучаю по ним. Все такие охеретки сопереживающие, у всех эмпатия поперла, да, как человеку голову-то отрубили. Знаешь, хуже потери дома может быть только смерть одного из нас. Теперь больше всего тоскую по Снежке. Никогда не умел красиво. Ну чё ты пиздишь-то? Не верится, что происходит. Хватит мне мозги ебать. Что? Ты относился к ней как к служанке, а сейчас вдруг решил пустить сопли? Теперь было наплевать на нее. Тогда и теперь наплевать на нее. Ложь. Это все не так. Я думал, нам есть о чем поговорить. Мы могли обсудить все в рамках приличия. Это приличие скрывает ту гнилую натуру, пидорас. Нам не о чем, сука, с тобой, жаба, говорить. Давай кое-что проясним, хорошо? Нам не о чем говорить. Все, что нас объединяло, давно в прошлом. Он сказал даже, мертво все, что нас объединяло. И ушло. Не знаю, зачем я спрашиваю, но она поделилась с тобой мыслями, когда вы виделись в последний раз. Да, с тобой делиться ими не буду. Она была недовольна тобой, понял? Да, она как-то намекнула о том, что была зла на тебя, просто сказав об этом. Вот такой был намек, понял? На меня? Она была недовольна всей этой ебучей системой, в которой нет дела до сказаний. Это убивало ее. Вот и убил до конца. Голову снесло, так сказать. От успехов. Системы. Не знаю, что еще сказать, Бигби. Мы должны положить конец этому.
Два убийства за два дня. Если мы не разыщем виновного, то вполне возможно, кто-нибудь другой окажется сегодня на пороге. Я разберусь с этим. Пожалуйста, Бигби, ради мисс Снежки. Я понял, сука. Ну ладно. Ему похуй, она была застрахована. О, довольно унизительно. Роскошные апартаменты Уидландс, подвал, полдень. Опа-на, хранилище. Это неплохой ответ, не так ли, да? Просто скажи, что я хочу знать, это облегчит твои страдания. В теории. О, он уже приступил. Это очевидно синяя борода, только черная. А, так ты планируешь его использовать? Я думал, тебе просто нравится теребить свой маленький клинок. Тупой ублюдок. Что, черт возьми, здесь происходит? Здравствуй, Кабот, шериф. Синяя борода. Я просто беседую с нашим новым другом. Ты должен быть ждать, пока мы не вернемся. Я сказал, если хочешь присутствовать, будешь подчиняться моей власти. Никакого насилия. Как скажешь, Икабот. Вот она, система. Здравствуй, Бигби. Мне нужны ответы, Тру. Ничего себе, я думал, тебе нужны вопросы и смог придумать... Не смог придумать ни одного хорошего. Хотя один все-таки придумал. Как твоя голова? А ты забавный. Я рад, что у тебя есть чувство юмора. Надеюсь, это значит, что ты будешь сотрудничать. Белоснежка мертва. Слушай, я никого не убивал. Я должен тебе поверить. Ты был со мной, когда это случилось, дурилка. У меня все еще есть вопросы, Тру. Во время погони ты упомянул на нанимателя. Кто он? На кого ты работаешь? Да ты, сука, уел, думаешь? На, бля, да в пузо нечего бить ему. О, повеселял этот бородатый. Ладно, Тру, давай узнаем друг друга получше. Сука, буду обыскивать тебя, пидор, бля. А, сначала ударю нахуй. На, сука, блять. Вот так будет происходить допрос. Да. Просто скажи мне, кто твой наниматель. Я не могу рассказывать. Давление с твоей стороны ничего не изменит. Мы с братом делаем дело и держим ты на замке. Таков уговор. Я и забыл о твоем брате, Тра, верно? Какое совпадение. И твой брат был прошлой ночью. Ты его в чем-то обвиняешь? А ты как думаешь? Он этого не делал, если ты так решил. Он не убивал ее. Вы не имеете права держать меня здесь, у вас нет улик. Отдайте мне мои вещи, отпустите. Все, давай вещи посмотрим. Что у него нашли? Да, ничего, что помогло расследованию. Все, будем осматривать тогда. Так. Чё там у ГОП написано? Мусор. Опа. Я хранил ее на черный день. Прижечь нахуй этого еблана. А, бля, остановись, еблан. Что ты делаешь? Получай ответы. Я говорил тебе контролировать себя. Я разберусь с этим. Одобряю. Где твой брат? Я не знаю, я видел его в последний раз, когда он пошел искать Верино. Мы столкнулись с тобой. Какое Верино-то? Кто ты хотел про Веру сказать это? Чё ты искал? Ее ебаную квартиру. Я не вру, ты меня там видел. Нет, он что-то скрывает. Ты говорил, что пытается что-то найти. Пытался. Так, Тру, чего ты хотел от Веры? Я ни хера тебе не скажу. Деньги экспроприирую, между прочим. Ты всегда носишь с собой столько денег? Мне не нравятся банки, а что? Забрать деньги себе. Я взимаю за нее плату налогов. Он опять там. Что за обыск такой? Охуенный обыск. Тебе придется нести ответственность за это. Не можешь просто, мы должны следовать правилам. Мы поговорим это позже об этом. Чего ты хотел от Веры? Мне ни хера не нужно от той воровки. Она не стоит всех этих неприятностей. Что она украла? Что она украла? Должно быть что-то ценное.
Я знаю, какая-то глупая вещица, которая нравилась моему боссу. Что ты сказал? Твой босс. Что ж, это возвращает к первому вопросу. На кого ты работаешь? Ну же, Тру, ясно, что кто-то отдает приказы. Так кто же командует? Нет, с меня, блядь, хватит. Так, бутылка. Он носил с собой виски в кармане, ну и... Или у него барсетка либо... Ты носил это с собой. Это ведь незаконно, что ли? Да, ударить там. На, сука. Какого хуя? Пеппи, ну ты говнюк. Это твой последний шанс, на кого ты работаешь? Иди нахуй, ты кусок дерьма, Бигби. Красавица была права на твой счет. Ты просто... Красавица. Ты пиздишь. О, мы близкие друзья. Довольно. Я не стану закрывать на эту дикость глаза. Ударил он нахуй. Хватит пиздеть, старик. Иди нахуй. Та-дам, вот это поворот. Ну как бы... Ничего она такая за хуй этого пытают, этот бьет Крейна, уже готовится ударить. Синяя борода там с ножом стоит закровавленным. Ничего она ее... 5 минут называется, не было, считай. Отель, смотри, открыли, пока первая серия прошла. Кафешка. Волк среди нас. Хорошая заставка. Только, блядь, у меня громко слишком. Но музыка хорошая в целом. Вчисляю такую же хореограф. Я раньше думал, что хореограф там, это, типа, что, плясать, что ли, как в индийских фильмах будет. Нет, но хореограф, он же, в принципе, за движениями, а модельки же, они двигаются постоянно. Эпизод второй. Иллюзия. Ну давай посмотрим, что за иллюзия там. Продюсеры. Он так и спит, сука, третью серию, чё, пятую. Что творится? По комиксу Фейбл спили Уилленхама. Какого черта там внизу происходил, Биг Бэд допрос? Я выполнял свою работу. Я просто выполнял свою работу. А, так это твоя работа, избивать людей? Да. Получать ответы. Надеюсь, это стоило твоего времени. Чё за хуйня-то это? Где ты была-то вообще? Где ты, черт возьми, была всю ночь, Снежка? Я работал над делом. Так она в кабинете была, блин. А вы... После нашего вчерашнего разговора в такси прошлым вечером мне позвонил Жаб, он сказал, что его сын нашел дело. Сначала мы решили, что это Вера. Это не твоя работа, а моя. Доставляли тело. Это не твоя работа, Снежка. Кто-то должен позаботиться об этом. Снежка? Что такое? Я рад, что ты жива. Я рад, что ты жива. Я тоже. Ну, это как рад, наверное, что ей голову-то не отрубили. Просто хочу докопаться до сути. Я чувствую себя... Что такое? Я просто... В каком-то смысле я чувствую свою ответственность. Она выглядела прям как я. Может, из-за этого ее и убили? Тебе следует быть осторожным. Если кто-то хотел твоей смерти, вскоре они поймут, что не попали в цель. Или это опять послание было? О, Вудландс-то, ничего, он старый. Мы должны выяснить, кто это сделал, и почему она была зачарована, чтобы выглядеть как я. В смысле, с этим, в этом все дело, так? Да какой наш следующий шаг? Это тебе нужно затаиться. Я разберусь со всем. Я разберусь с этим. Не волнуйся. А что мне прикажешь делать? Да. Да. Я шериф, Снежка. Эй. Я иду делаю грязную работу, чтобы вы могли спать спокойно. А я здесь для чего-то. Я больше не собираюсь быть украинской девочкой на бегушке. Я хочу просто, чтобы ты была осторожна. Один раз я уже чуть не потерял тебя. Я не твоя, чтобы терять. Ах ты, бля, уйду тогда вон. I'm sorry.
к синей бороде. Я знаю, что это опасно, но я не беспомощна. Я в состоянии позаботиться о себе. На протяжении веков этим занимаюсь. Нихуя ты старая. Джей ждет внутри. Он был так напуган вчера вечером, что многое бы он нам не рассказал. Даже сейчас умолкает после определенного момента. Полагаю, он весьма потрясен, так что постарайся быть не слишком уж... Ты знаешь. Собой, что ли? Собой. Right. Точно. Каков есть, постараюсь. Что за ветра тут дуют такие? Очень странная вентиляция там, как дуют ветра, Тарас. Администрация Фейблтауна, здание Вудландс, позже полудня. Опять этот роскошный кабинет. Джей здесь, не знаю, захочешь ли поговорить с ним сейчас или потом, но дай знать, ты пойдешь обследовать тело. Я хочу поприсутствовать. Бафкин, можете на секунду? Конечно, мисс Снежка. Что-то выпаливаю в зеркале. Так, тут у меня карты Таро, давай с них начнем, потому что-то мне не те выпали. Какие-то огурцы. Жаль, что они не могут раскрывать преступления. Ну, это приемлемо. Потерянная любовь или что-то. Дальше что? Луна. Обычно это значит обман или путаницу, но для меня... Кто знает? Для тебя все наоборот, скорее всего. Ты же волк. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Это Гэндальф. Хорошая карта. Антоциды, может, у него дела даже хуже, чем я думал. Что это за антоциды такие? Опять можно книгу сказания смотреть. Да смысла-то нет уже. Красавица и чудовище. Всегда на показ, друг перед другом. Я ошибся, все осматриваю. Ну, хватит тогда. Смысла нет второй раз. То же самое. Духи. Парфюм Снежки. Лейла Лоха. Лейла Лоха. Название парфюма, в смысле. Так, проверь всех, кто подходит под этот профиль. Начни с синей бороды. Можали чё, Миша Снежка? Готов обследовать тело? Нет. Через минуту. Когда будешь готов? Сначала надо тогда с жабами этими говорить. Ну пойдем говорить с жабами, они вон зеркалом развлекаются у нас. Хватит зеркала, сейчас. Что-то запрещенное было. Жаб, какого хрена ты творишь? Даже не начинай, шериф. Что происходит? Я видел, что ты там сделал. Так ты обращаешься со своими заключенными. Я бы соврал, сказав, что я не хочу хорошенько врезать руля после всего, что он сделал. Но то, что ты с ним сделал, переводит все ебущие границы. Ты до усрачки напугал моего сына. Так нехер смотреть по зеркалам, придурок. Он все видел. Окей, мистер Тоад. Это не твое дело, ты. Это тебе не касается, жаб. Значит, нечего сказать. Люди зовут на допрос, их там ебашат до потери пульса. Хватит. Мистер Жаб, я глубоко сожалею о стрессе, причиненном вам и вашему сыну, но сейчас нам надо продолжать расследование. Я буду рад поговорить с вами о ваших замечаниях позже, но сейчас я прошу вас понять, насколько все важно. Нам нужно поговорить с Тиджием. Разговор не окончен. Мужчины выебываются, посмотри. Тиджей. Все в порядке. Ты готов поговорить с мистером Волком? Давай, как на духу, пацан, а то вытрясу его. Стой у тельца. Опять.
Осторожнее, Биг Бест, ты навредишь моему сыну. Что ты своими мягкими лапками сделаешь-то гигантскому, сука, страшному волку? Начни сначала. Просто начни сначала. Что скажешь, Ти-Джей? Иногда по ночам я плаваю в реке. Я не делал ничего плохого, честно. Что ты видел? Просто скажи мне то, что ты видел. Я был там под большими блоками и услышал какой-то шум. Я слышу, когда нырять должен под воду, держаться тихо и спокойно. Крики услышал. Все хорошо, сынок. Да нельзя плавать, ты охуел. Потом я увидел женщину. Что, она страшная была, что ли? Не спеши. Не спеши. Женщина упала, но у нее не было головы. Женщина без головы. Я думал, она меня туда же затащит. Потому что у нее были камни на ногах, и она продолжала падать глубже в темноту. Как он орет, пронзительно. Шелкоблоки были привязаны к лодыжкам. Что-нибудь еще, Ти-Джей? Это правда? Вы не знаете, когда люди лгут? Знаете? Да. Поэтому вы шериф. И да, это часть моей работы, узнавать, когда люди лгут. В этом я очень хорош. Есть еще что-то, о чем ты хочешь мне сказать? Пожалуйста, не злись. Что такое, Ти-Джей? Я не остался под водой. Что? Я знаю, что должен был, но я испугался и вынырнул на поверхность. Я не мог ничего поделать. Да. Не стоит лгать сразу. Тебе не стоило лгать. Извини. Мы это обсудим, когда придем домой. Итак, ты не остался под водой. Не знаю, видел ли кто-нибудь, но кто-то сказал, хватит смеяться. Потом я испугался, нырнул, задержал дыхание, насколько мог. Видел кого-то? Ты видел, кто это был? Нет. Точные слова. Это точные слова, что они сказали. Хватит с ними яться. Попробуй вспомнить точно, что они хотели. Что они сказали? Они сказали, хватит смеяться надо мной. Stop laughing at me. Ты слышал, что кто-нибудь смеялся? Нет. И последний вопрос. Чей голос? Ты знаешь, чей голос это был? Не знаю, не знаю. Мужской или женский, так ты чё такой? Извини. После того, как я вспомнил, кого не было, я побежал домой, это всё. Честно. Всё, ты можешь идти. Okay. Ладно, можешь идти. Thank you, TJ. Спасибо, Ти-Джей. Okay, son. Так, позвони, если вспомнишь что-то. Позвони нам, если вспомнишь что-нибудь еще. Пойдем уже. Они как домой-то поедут без чар? Они что так в образе жабы и расхаживают, что ли? Что за херня? Все прошло лучше, чем я представлял. Хочешь пойти взглянуть на тело? Ну да, что? А, подожди, стоп. Через минуту. Сейчас. Скажи, когда будешь готов. Я хочу у зеркала что-нибудь поспрашивать, кто где находится. Зачем тереть лампу снова? Давай потрём. Ни хрена. Так, ну зеркало тогда давай. Эй, зеркало. Hello, Здравствуй, Бигби, рад тебя видеть.
Ты знал, что Снежка была жива? Ты наверняка знал, что Снежка в это время была жива, так? Возможно и так, но момент прошел, и ты спросил, а просто... Ты не спросил, а просто ушел. Чтобы герой сказки тебе показать, ты должен фразу складно сказать. Эй, ты хер, я что, закончил, что ли? Покажи мне дровосека. С дровосеком сцепились, была драка, жесть. Покажи мне теперь, где же он есть. Бухает. Само собой. Очень помогло. Траляля. Покажи мне траляля, паршивого говнаря. Фу, сука, как он отвратительный. Как они оба отвратительны. Какой-то тачки. Может, что еще этот обезьяна зеленая летающая подскажет, нет? А, они вместе. Ну все, выходит, идем осматривать. Еще найди мне информацию по программе «Соседский глаз», которая есть у простаков. Кажется, у меня есть какие-то брошюры в файле. Хочешь взглянуть на тело? Да, да, вот теперь, да, все, я готов. Да. О, господи, я чуть не забыл. Что там? Ну и чё? Пойдем. А, он несет прям, это вещи ее, наверное, личные. Он несет их именно туда, где мы будем осматривать. Ведьмин колодец, здание Woodlands. Ведьмин колодец. Воу. Бездонный. Да уж. Опа. Точно такая же. Ну ни хрена себе. Это тело. Это не ты. Это просто тело, Снежка. Если не хочешь увидеть это... Нет, я в порядке. Я хочу присутствовать. Эти чары такие эффективные, такие сильные, но просто делай то, что тебе нужно. Так, осмотрим мы труп уже в следующей серии, ребятки. Пока подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Если есть возможность, поддержите на Патреоне в кошельках. С вами был Батя. Всем всего хорошего, всем пока.